Доброго времени суток, дорогие друзья, с вами Лысый Петр, и сегодня мы продолжаем играть в игру под названием «Один из нас». Играем мы по-прежнему за Элли, сейчас у нас загружается игра, и мы будем выживать. Так, игра запустилась, ребят, у нас. Да. Патрон маловато. Значит, будем как-нибудь осторожно это все делать. У нас есть лук, а здесь есть куча стрел. Рисковать не буду. Так, он очень близко уже. Значит, надо все осторожно сделать. Извините. Так, в принципе, можно сейчас одного вынести. Пах, пытка номер два. Тихо. Так, ну вроде бы не идут. Хотя нет, идут. Так. Вон там. Подонок. Мертвый. Отлично. Так, ну здесь. Вроде бы никого нет. Что там, Элли? Бери все. Так, ну там ходят еще пацаны. Берем патроны. Дробаш у нас есть. Отлично. Так, винтовка. Дробаш. Офигеть просто у нас сейчас. Вынесем его, интересно. Охренеть. Да. Вот тогда, конечно, вынес. О-во-во. И куда теперь? Вот это да! Говнюк. Патроны бери. Призряжай. Куда они делись? Так. Мне бы аптечку скрафтить, да. Так и сделаем. Пока я использовать не буду, потом, если что, подхилимся. Так. Аккуратно идем. Кто-то еще есть? Надеюсь, что нет. Так, а вот и аптечечка. Так, осторожно. Элли, будь осторожна, пожалуйста. Так, ага. Ясно, я там увидел чью-то башку. Это по-любому враги. Ох, их там. Так, ну-ки, давайте вынесем хотя бы одного сейчас. Да. Говнюк. О, черт, вон она! Блин. Так, ты меня спалили. Давайте попробуем сейчас лук отстреляться. Ах ты, блин. Охренеть. Так. Готов. Погнали потихоньку. Так, это там сидит, да? Значит, надо его выманить. Докину. Нет, скорее всего, не докину. Так, ладно, обойдем. По-быстренькому. Так, вот так, вот так, вот так. Стрелы. Так. И куда теперь? Тихо, Али, тихо. Ну, там никого нет. Ага, последний остался. Окей, давайте с лука замочим его. Вот так. Отлично. Я уже думал, что не попаду. Ну, вроде бы хорошо ушатали его, да.
Конечно, у нас Элли, блин, очень крутая. Она просто перемочила уже сколько там, штук 10 уже убила. Ага, тропа. Тут я смогу выбраться. Ну тогда давай осторожно, всё, Элли. Элли. Только не упасть в воду. Не упасть. О, черт. Будем пока ходить с луком. А то, не знаю, как-то патроны оружия тратить не очень хочется. Это на всякий случай оставлю. Пока похожу со стрелами и с луком. Есть. Входим в пещерку. Так, тихо. Скоро мы так дойдем до их базы, да, я так понял? Так, смотрите, здесь заграждение какое-то, и мы можем здесь спокойно пройти. Конечно, странно, что еще эта никто даже... Эта штука загородила дорогу. А, ты пройти никак не сможешь? Подожди-ка, ну ты... Ну ладно. И тогда что ты предлагаешь делать? Вот а, так. Понятно. Просто вот так оттащить. Черт. Ясно. Давай, давай, блин, сядь, иди. Так, почти дошли. Да, вышли. Так, это... Мне в другую сторону. Джоэл, держись. Значит, мы в дом ходить не будем, да? Смотрите, снегоход. Охренеть. Здесь закрыто. Так. Они где-то там есть, только я их не вижу. Ага, теперь вижу. Не, пока подожду. Тихо. Подонок. Твою мать. Черт. Тихо, в яйца прям на улетел. Тихо. Разносим всех. У тебя патроны есть? Эх ты, блин, бесполезный кусок трупа. Тихо. Кто нас палит там вообще? Эй, у нас тут труп! Что это такое? Пойди посмотри. Цепью. О! Подонок. Неужели двоих? А нет, этот не умер. Да. Да. Охренеть! Чёрт, да ну нафиг. Просто вот это, конечно, жесть. Просто жестокая жесть. Так, Элли, куда и дальше? Обходим дом. Как отсюда выбраться? Угу. Надо в дом попасть, что ли? Давай, давай, давай. А, понятно. Можно и так. Я не хочу здесь застрять. Так, берем дробаш. Здесь лук уже практически бесполезен. А, где же выход? Так, отлично. Пробежимся, посмотрим, что здесь за лут есть. Какой хороший лут. Так, что можно скрафтить? Бомбу. Ясно. У Элли прокачки у нас нет. Все. Да, конечно, классно сделали, что можно и за Джоэла поиграть пол игры, и за Элли хотя бы немного, но можно поиграть. И как раз они выпустили дополнение, что можно играть чисто за Элли. Оу! Ага.
меня вот такая секретка есть. Так, окей. Так, и куда они пойдут? Они должны войти же, да? Как я понял. Это плохо. Я с ними не хочу встречаться. Чёрт. Да умрышь ты. Говнюк. Чёрт. Ладно, берем ружье. Чьи они все? Так, тихо. Там где-то один был, точно. Блин, ну вот он спрятался, конечно, очень плохо. Что он спрятался так? Так, ну, здесь его нет, да? Блин, вот это напал, черт! Давай, давай, давай его, во! Вот так, хренач его! Охренеть! Налетел! Да, да, налетел! Он меня решил обойти! Охренеть! Так, хилься! Все, уходим! Давай! Давай, давай, Дэли, давай! Немного еще! Ай, блин! О тебе забочусь. Вот так. Черт. Вот так. Он вырубил нас, блин. Охренеть, не каннибалы. Твою дивизию. Как самочувствие? Супер. Вот. Что там? Человечно, что ли? Ты голодная? Давно тут лежишь? Что это? Оленина? Пополам с человечиной? Нет. Нет, честное слово. Это олень. Ты просто животное. Ты легко судишь других. Как будто вы с другом никогда не убивали. А что нам оставалось? Ну а нам что остается? Скажи. Убиваем, чтобы выжить. Как и все. Заботимся о своих. Тут любые средства хороши. Что теперь? Разрубите меня на кусочки? Не хотелось бы. Как тебя зовут? Врешь, как дышишь. Напротив. Я с тобой откровенен. Теперь твой черед. Иначе я не смогу убедить остальных. Убедить в чем? Что ты нормальная. Храбрая, верная. Особенная. О, ясно. Охренеть.
Давай, давай, блин! Черт, не получилось. Черт. Да хрен тебе. Глупая девчонка. Я пытаюсь спасти тебе жизнь, а ты мешаешь. Что теперь сказать остальным? Элли. Что? Скажи им, девочка Элли сломала твой сраный палец. Как ты говоришь, а? На кусочки? До завтра, Элли. Ты ж, блин, жирл очнулся. Элли. Теперь у нас что будет? Игра на две стороны. То там, то там, то здесь. Ух ты, блин, а патроны у меня все-таки нормально. Я еще хоть что-то сохранил. Бери, все пригодится. Ну ладно, погнали. Да, у меня все осталось. Где же ты? Так, надо теперь ее искать. Вижу тряпку. Насколько понял, мало здоровья, да, или что? Максимум здоровья. А мы хотим прокачать, да, до сотни надо еще найти. А, подожди, 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 подожди. Вот мастер ножа, вот что нам надо. Все. Так, окей, прокачаемся. То есть полечимся, прокачаемся. Вот так, хорошо. Так, ну мы это знаем, куда она пошла. Она поскакала вот так прямо. Элли! Мы следуем за ней. Куда она убежала? Да, конечно, очень жалко лошадь нашу. Она нам очень долго служила. Ну, блин, да, вот так получилось. Что? Черт! Тихо, 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 тихо. Сколько их там? Двое? Еще один бежит, смотри. На, блин. Посмотрим, кто еще заплатит. Ни хрена он там. Давай, только высунись. Баштан. Все, свалили. Пошел ты! И не возвращайся, понял? Отступили, да? Получай, блин. Валите, валите нафиг. То есть сейчас еще охренеете, вам не такое покажу. Вздумали нас преследовать. Да, да. Сейчас мы убедимся. Так, где они там? Так или иначе, ты мне скажешь!
Убегают они, значит, да? Ну ладно. Посмотрим, как вы будете бежать. Куда он делся? Попался, брат! Ах ты, блин! На, блин! Пойдешь со мной. Охренеть просто. Что тебе нужно? Отдохни. Так. Девочка, она жива? Девочка. Какая еще девочка? Сука! Смотри сюда, сюда. Я тебе сейчас колено вышибу. Девочка. Она жива. Дэвиду приглянулась. Где она? В городе. В городе. Поставь метку на карте. И не дай бог твой дружок отметит другое место. Метку. Она там. Можешь проверить. Спроси его. Давай. Он скажет. Я не вру. Не вру. Ты охренел? Он все тебе сказал. Я буду молчать. Ну, молчи. Я ему верю. Стой! Стой! Вот это жесть, блин. Доброе утро. Вставай. Ну, хватит! Прекрати. Я говорил... Я заражена! Заражена! Да ну! И ты тоже! Не веришь? Задери рукав! Ну, смотри! Ну, ладно. Как говоришь, случайностей не бывает. Что это такое? Разводка. Она бы уже превратилась. Не похоже на разводку. Ни хрена. Ну все. Вот это, блин, жесть. Что за фигня тут творится? Элли, ну куда? Валим, валим, валим. Все, 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 нужна пушка. Конечно, нужна, блин, у нас оружия вообще нет. Я смогу. Так. Теперь куда? Ладно, мне идет случайно? Нет. Так, отдвигай. Так, все. Вот он. Все, начинается стелс. Охренеть. Зараженная. Что? Девчонка сбежала, она заражена. Да и это плохо. Так, собери всех, кто без оружия, и уведи подальше от тебя. Твою мать! Так, окей, здесь метели, они нас так не заметят. Многое прощали. Эта малярка убила нас, да еще и заражена. Так, окей. Будем как меньше, как можно меньше внимания привлекать.
на, блин. Тихо. Твою мать! Она вон там. Пойди посмотри. Здоров, блин. Патроны есть? Так ты, блин, нищий. Блин. Эли. Фух. Слиняли. Все, валим. Тихо. По-тихому валим. Все, погнали. Погнали. Они повсюду. Блин. Он не умер, черт. Блин. Ух ты, блин. По-тихому. Патрона вообще нет. Так, тихо. Тихо. Так, сейчас сюда подойдет. Оба, блин. Патроны! Да. Пошла перезарядка. Все, уходи. Сегодня ты останешься живым. Блин. Нет, не останется. Потому что глупый. На, блин. А кто меня заметил? Кто это вообще кричал? А, этот, ясно. Я по-тихому деру. Ничего страшного. Ух ты, блин. Сколько там народу. Вот так. Тут просто лабиринт. Охренеть. Надо быстрее выбираться сюда, там еще и Джоэл. Спокойно, она не кусает. Говорю же, у нас могут быть проблемы. У нас проблема, и мы ее решили. Ну так соберитесь, будем искать ее. Что за хрень? Пойди посмотри. Так, это зайдет смотреть. А ты чего там стоишь? Отлично, можно идти. Есть шанс. Вот так по-тихому. Тихо. Все, валим. Пока меня не спалит. Прикрой, я иду. Черт. Нахрен, ищи пока. А я валю. Я вали. Блин, как же здесь офигенно, конечно, да. То, что меня не замечают, это хорошо. Ай, попал я в тупик. Вот, можно сюда залезть. Вот так. Ладно, ребят, а я с вами прощаюсь. С вами был Лысый Пётр. Подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.